Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Анна. Я пиарщик DSR и организатор мероприятия. Рада вас всех видеть сегодня. Вас много, это хорошо. Скажите, поднимите руки, кто вообще знаком с нами в компании DSR? Ну, слышали, знаете, чем занимаемся. Отлично. Ну, практически все, поэтому, наверное, не имеет смысла рассказывать о компании. Скажу, что мы проводим сейчас регулярные метапы, и за этот год провели порядка 10. Вот, и сегодня мы организовали первый веб-метап по многочисленным просьбам и планируем продолжать развивать это направление в следующем году. Думаю, что в конце января, в начале февраля анонсируем второй веб-метап. Вот, а сегодня у нас будет две темы с перерывом на кофе-брейк. Два наших разработчика, Дмитрий и Александр, и, пожалуй, мы начнем. Вот. И в конце я вас попрошу, пожалуйста, кто не взял, взять анкеты обратной связи на столе у меня, вот, и заполнить, если есть какие-то пожелания, может быть, темы, которые... Или вы хотите сами выступить на нашем этапе, это тоже можно. Вот, можно написать все. Все, спасибо, всем хорошего вечера, кофе, чай, пожалуйста. Всем привет. На самом деле, данный доклад родился по той причине, что меня настораживает, расстраивает, наверное, по большей части удивляет то, что мы так мало времени уделяем тому, что по сути своей является самым важным основой. И на самом деле, по этой причине и происходит наибольшее количество проблем, связанных в основном с производительностью во фронтенде. Если сегодня у меня получится хотя бы немножко приоткрыть для вас этот черный ящик, ну, или мотивировать кого-то немножко больше времени этому уделять, это будет отлично. По крайней мере, я надеюсь, что полезной информации сегодня должно быть немало. Перед тем, как мы начнем, я обязан представиться. Меня зовут Дима, я работаю в компании DSR Frontend разработчиком. У меня около 5 лет опыта коммерческой разработки, 3,5 из которых это фронтенд. Я люблю общаться, обмениваться своими знаниями. Сейчас я немножко волнуюсь, да, но так как первое перевесило, сегодня я с вами. Итак, план сегодняшнего выступления. Глобально я расскажу о том, как браузер трансформирует в тот код, который мы с вами пишем, непосредственно в сайт, пользовательские интерфейсы. Сначала расскажу про основы архитектуры современных веб-браузеров, то, какое место в ней занимают браузерные движки и рендер-процесс, как это все работает. По ходу дела будем делать какие-то выводы и, наверное, буду пытаться давать какие-то советы, связанные в основном с производительностью. Что хочется сказать в первую очередь. Существует очень много best practices, которым мы с вами следуем, но зачастую достаточно слепо, что само по себе не есть хорошо. Во-вторых, те вещи, которые сегодня мы с вами будем обсуждать, они позволяют нам более принимать решения в процессе разработки более взвешенно, более правильно. А самое главное, принимать эти решения как можно раньше. К сожалению, не всегда мы осознаем, что какие-то вещи действительно являются важными. Окей, браузер. Браузер — это приложение. Приложения достаточно сложные, очень умные приложения. Сегодня мы с вами будем рассматривать те базовые вещи, которые наиболее важны именно для нас, для разработчиков, с практической точки зрения. К сожалению, без понимания этих вещей мы зачастую с вами выглядим примерно вот так. Но что самое печальное, что мы с вами не осознаем, что мы так выглядим. Начну, пожалуй, с тех вещей, которые я более чем уверен, практически все здесь присутствующие знают, осознают. Но я обязан о них сказать для того, чтобы придать правильный контекст. Итак, когда вы запускаете какое-то приложение на вашем компьютере, там браузер, Skype, Excel, ваш IDM, у вас запускается процесс. В чем главная особенность процесса? В том, что они выполняются как бы в своем сэндбоксе.
У них своя выделенная область памяти и так далее. Процессы могут порождать другие процессы. И эти процессы, они делят между собой вычислительные мощности вашего компьютера. CPU, процессор. Внутри процессов запускаются потоки. Потоки — это независимые последовательности вычислений, которые используются для параллельных или параллельных вычислений. Окей. Перефразирую. Для того, чтобы выполнить какую-то задачу параллельно или выполнять две какие-то задачи параллельно, да, нужно запустить два потока. То есть в одном потоке вы не можете выполнять две задачи параллельно. Давайте теперь смотреть, как это выглядит на примере браузера. На картинке архитектура браузера Chrome. Есть главный процесс. Вот браузер процесс, который запускается, когда вы запускаете ваше приложение. Есть процессы, ну и браузер на самом деле создает, запускает другие процессы для различных частей приложения, для своих, так скажем, сервисов. Для, например, сервис общения по сети, для сервисов общения с GPU и так далее. Нас сегодня будут интересовать те процессы, которые выделены. Вот они, рендеров-процессы. Браузер запускает рендеров-процесс для каждого таба. То есть, когда вы запускаете какой-то таб, запускается какой-то процесс. На самом деле, с какой-то версии Chrome запускает процесс и для iFrame. Для чего это нужно? Во многом это связано с таким понятием, как Site Isolation. Про него я сегодня рассказывать не буду. Будет ссылочка в презентации. По ней можно будет пройти потом и почитать про это поподробнее. Нас сегодня это особо не будет интересовать. Приведу пример, как это помогает. Если у вас, например, зависла какая-нибудь тама, да, то закрашится только она. То есть все остальные табы у вас продолжат работать. Как я уже сказал, это и есть преимущество процессов, то, что они как бы изолированы. Окей, у нас есть таб, в этом табе запускается рендер процесс, и в этом процессе запускаются потоки. Есть поток, который называется MainThread, главный поток. Этот поток, в этом потоке выполняется практически вся работа, связанная с выполнением вашего приложения. Окей. За всю работу в рендер-процессе отвечают браузерные движки или рендер-движки. Давайте для ознакомления просто посмотрим на самые основные, которые сейчас существуют, которые покрывают больше 90% рынка и которые нам с вами в основном необходимо учитывать. Первый движок — это Gecko. Движок Gecko используется в браузере Mozilla Firefox. WebKit. WebKit — это open-source движок, форма другого open-source движка, используется в Safari, в iOS Safari, в iOS Chrome, в Android браузере. И на самом деле во всех мобильных браузерах на iOS. Blink. Blink, fork WebKit, он используется как браузерный движок в браузере Chromium, и, соответственно, все браузеры, которые основаны на Chromium, они, в них будет Blink. Это Chrome, это Edge в будущем, в ближайшем, это мобильный Chrome для Android. На самом деле, все то многообразие браузеров, которое там, знаем, появилось после того, как появился Chromium. Edge HTML. Edge HTML используется в браузере Edge. И к нашему с вами сожалению, нам пока еще стоит его учитывать, но тут есть одна хорошая новость, что он постепенно погибает, и Microsoft сдался, они переходят на Chromium, и скоро мы про него забудем, как про страшный сон. Окей, давайте посмотрим на
упрощенную модель того, что происходит при отрисовке нашей страницы, когда уже загрузились все ресурсы. Сначала происходит парсинг HTML и CSS. Они преобразуются в деревья объектов. HTML преобразуется в DOM, Document Object Model, CSS преобразуется в CSS3. Потом на основе этих деревьев конструируется другое дерево. Дерево объектов, которые будут уже непосредственно адресованы на вашем экране. Дерево элементов, которые уже непосредственно будут адресованы на вашем экране. Оно не будет содержать в себе тех нод из дома, которые не имеют своего визуального представления или которые с дисплея, например. Затем происходит проход по этому дереву и вычисление позиций для каждого элемента на экране. Вычисление их геометрических размеров, ну и позиционирование относительно других элементов. Этот процесс называется flow или layout. Flow, он называется в Mozilla, в основном его называют, этот процесс называют layout. Потом, соответственно, вот эти уже спозиционированные фреймы, которые мы имеем, они отрисовываются. И мы уже с вами имеем, видим наш веб-сайт. Давайте по каждому пункту пройдемся немножко подробнее. Парсинг HTML. Главная особенность парсинга HTML заключается в том, что он не может быть определен с помощью так называемого контекст-фри-грэма или контекстно-свободной грамматики. Если коротко, это позволяет парсерам работать намного эффективнее, и на самом деле многие парсеры на этом основываются. Но что же все-таки не так с HTML? Проблема в том, что браузеры вынуждены многое прощать. Вы забыли закрыть тег, вложили элементы туда, куда не нужно было их вкладывать и так далее. Браузер все равно постарается каким-то образом отобразить ваш сайт. И это на самом деле очень сильно замедляет парсинг. Соответственно, если вы допускаете какие-то ошибки, парсинг будет медленнее. И, к сожалению, парсинг по дефолту медленнее, чем он мог бы быть, из-за того, что такие ошибки уже существуют, и браузерам приходится с этим как-то жить. Давайте посмотрим на примере. Окей. У нас есть вот такой вот HTML. Немножко глупый, да? У нас есть тег body, который мы забыли закрепить. У нас есть элемент list item, который мы не вложили ни в UL, ни в OL, ни в меню, куда они должны быть вложены. У нас вот тут произошло что-то странное, мы, видимо, забыли что-то дописать, явно какая-то ошибка. Здесь забыли имя тега, здесь просто закрыли div, ну, как бы закрыли. Давайте посмотрим, что вообще по итогу получится. Наш тег-бади, который мы забыли закрыть, он благополучно закрылся. Элементы листайта выглядят так, будто бы они вложены в UL. Здесь у нас получился вот такой вот странный атрибут. Здесь тоже у нас атрибутик странный появился. И тот тег, который мы как бы с вами просто закрыли, он просто взял, раскрылся и вложил в себя все, что шло после него. Ну, то есть, какой вывод? Браузер пытается максимально нам простить наши ошибки. Окей, что же происходит, когда в процессе парсинга встречается скрипт? На самом деле, парсинг останавливается, этот скрипт загружается, парсится, выполняется, потом только парсинг продолжается. На самом деле звучит так себе. Именно по этой причине принято вкладывать теги скрипт в конец страницы. Но на самом деле и это тоже такое себе. Хотелось бы, чтобы оно как-то в параллели работало. Есть для этого специальные теги. Теги async и defer, которые позволяют загружать скрипты в параллель с парсингом.
Их единственная разница только в том, что трек Defer гарантирует порядок выполнения. И еще один важный момент, который следует тут отметить, то что браузеры все-таки пытаются как-то оптимизировать, и если у нас есть какие-то большие JavaScript, но вы загружаете какую-то библиотеку, да, большую, он все-таки старается ее выделять отдельные потоки и парсить это все параллельно. Пример дома, да, какой дом в основе HTML получается. Ну, я думаю, всем тут все понятно. Единственное, на что бы я обратил внимание, это на теги TextLine и TextLine2. Не все знают то, что для текстовых элементов тоже создают свои ноды. Далее. Парсинг CSS. На самом деле с CSS уже таких проблем нет. И момент, который я тут хочу отметить, он на самом деле к парсингу отношения не имеет. Он связан с тем, что различные селекторы в CSS имеют различную производительность. Почему? После того, как мы распарсим наш CSS, его нужно будет применить к дому. И чем сложнее ваш CSS, тем сложнее его дом будет применять. Ну, представьте, вам нужно взять и пройтись по всему дереву вашему, всем деревам CSS, и сравнить каждый объект с каждым, ну, утрированно. И чем сложнее ваш CSS будет, тем это будет сделать сложнее. Ну, вот, давайте посмотрим. Условно, есть селекторы производительные, эффективные, есть не очень эффективные, есть совсем неэффективные. Селекторы по ID, классу, тайпу, например, являются эффективными. Легко проверить, есть ли какой-то класс или нет. Селектор по атрибуту уже является неэффективным, потому что уже нужно проверять его значение. Когда мы вкладываем какие-то элементы друг друга, комбинируем вот эти селекторы, это становится прям совсем неэффективно. И на самом деле поэтому и существует большинство конвенций наименования CSS, таких как BEM. То есть в случае BEM это будут селекторы по классам, всегда селекторы по классам являются эффективными. Окей, еще одна особенность, которую стоит отметить. CSS, так же как и скрипты, тоже блокируют парсинг HTML, ну и на самом деле выполнение скриптов. И нету тегов async, defer для CSS. Но есть хак, я вам про него расскажу. Можно задать тег media в print. Ваш браузер будет думать, что ваш CSS как бы будет использоваться только тогда, когда вы будете печатать вашу страницу, ну и будет загружать его в параллель, так как, ну, в принципе, он мне сейчас особо не необходим. А потом, после загрузки, вы ему возьмете и поменяете media на all. Вот. Я, на самом деле, не очень поощряю такие методы, потому что непонятно. Он более-менее кросс-браузерный, да, но мы не можем гарантировать, что оно в будущем все не поломается, и вдруг браузером, так как я вот, ну, говорил, да, недавно про то, что браузером нужно учитывать те сайты, да, которые плохо сверстаны сейчас, также придется вот учитывать вот это дело, если оно будет использоваться повсюду, и какие-то, возможно, оптимизации, которые могли быть. Но если у вас уже приперло, и вам это зачем-то необходимо, вот знаете, есть такое место. Мы распарсили HTML в DOM, распарсили CSS, у нас есть два дерева, теперь на основе этих деревьев конструируется третье. Дерево Render 3, оно состоит, как я уже говорил, из тех элементов, которые будут адресованы на экране, элементы, которые не имеют своего видимого представления или элементы DisplayNone, они адресованы не будут. После
того, как рендер 3 сконструирован, происходит проход по этому дереву и высчитывание позиций элементов на экране и вычислениях геометрических размеров, геометрического позиционирования. И первое, что браузер делает, он высчитывает стили для каждого элемента DOM. Ну, как я говорил, сопоставляет CSS 3 с DOM, и получается вот стиль. Как это может выглядеть на таком вот примере? У нас есть тут теги, да, которые в head, они все невидимы. Есть два спана, один из них с классом hidden, и его не будет. И по итогу у нас останется только body, div, span и текст, который в этом спане. Ну, вот, собственно, layouting и paint. То есть layouting, как я сказал, это уже проход по дереву учительных позиций. Paint — это конструирование на самом деле изображение и отсылка его на GPU, на отрисовку. Не знаю, окей, ладно, вроде интернет есть. Визуальное восприятие — штука серьезная, поэтому я вот сюда такой слайд добавил. В 2009 году один человек форкнул Mozilla и сделал так, что можно было посмотреть, как происходит процесс reflow или процесс лайаутинга в этом браузере. Ну, давайте я просто включу, чтобы с вами посмотрим. Ну, я не знаю, наверное, плохо видно, да, совсем? Мне пока не плохо видно. Нормально. Нормально? Отлично. Это было 10 лет назад. Ну, смысл примерно такой. Окей. И вторая. Это уже один из тех сайтов, которые мы непосредственно разрабатываем. В Chrome можно включить, чтобы он показывал, когда происходят отрисовки и в каких областях. Вот зелененьким будут подсвечиваться то, когда происходит отрисовка. На самом деле, просто обратите внимание, что когда я, например, буду скроллить или ресайзить окно, у меня будет перерисовываться вся страница. Или там, когда я буду отводить элемент, будет перерисовываться только этот элемент. И в какие моменты это будет происходить. Окей, я думаю, достаточно. Давайте еще раз просто пройдемся по всему тому, что я сказал. Мы парсим HTML и CSS, получаем деревья DOM и CSS 3, на основе них конструируем дерево тех объектов, которые будут непосредственно отрисованы на экране. Потом происходит проход по этим объектам, высчитывание их размеров и позиционирование, этот процесс называется layouting или flow, и затем они уже отрисовываются. Все просто, да? На самом деле все не так просто. Для нашего мозга, чтобы воспринимать картинку, как будто бы она плавная, она должна перерисовываться как минимум 24 раза в секунду. Большинство дисплеев сейчас 60 FPS, то есть они перерисовываются 60 раз в секунду. Или каждые 16 миллисекунд. Как это происходит? Каждые 16 миллисекунд монитор отправляет, просит нашу операционную систему предоставить ей как бы свежую картинку. Вот, смотри, я перерисовываюсь, дай мне свежую картинку. Операционная система кидает ивент приложениям, чтобы они дали ей свежую картинку себя. И, ну, в нашем случае браузер уже отправляет эту картинку в операционную систему, ну, на GPU, да, и мы имеем нашу свежую картинку. Этот процесс происходит каждые 16 миллисекунд. Ну, можем представить вот такой вот таймлайн. Но
Как я уже говорил, практически вся работа в рендеровом процессе, она происходит в одном потоке, main thread. И на самом деле и конструирование вот этого вот изображения, которое будет отослан GPU, оно происходит в этом потоке. И вся работа, выполнение JavaScript, layout, про который я говорил, pairing, оно все происходит в этом потоке. И если, допустим, у нас JavaScript выполняется больше, чем 16 миллисекунд, мы начинаем пропускать вот эти вот фреймы, из-за чего картинка перерисоваться не может, и мы видим лаги, что очень сильно ухудшает user experience. Окей, ну да, как я сказал, практически вся вот эта вот работа, она происходит в главном потоке. Окей, переходим теперь к JavaScript. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает, как работает Eventloop. Так, ну, неплохо, хорошо, спасибо. Окей, кто не знает, я вот советую посмотреть вот это видео, выступление Филиппа Робертса на JSConf в 2014 году. Видео, ставшее, по сути, классикой. Да, наверное, лучше него пока никто не объяснил, как работает Eventloop. Я сейчас постараюсь вам объяснить, но буду делать это достаточно быстро. Так что в любом случае советую это видео посмотреть. Окей. Начнем с того, что JavaScript наш выполняется с помощью JS-движка. Вот он тут слева вверху у нас. В JavaScript-движке мы можем выделить два самых важных, наверное, скажем так, два основных атрибута. Это memory heap и call stack. Нам сегодня memory heap в принципе не важен, поэтому мы про него даже задумываться не будем. Для выполнения синхронных операций у нас существует WebAPI, очередь задач, event loop, который заставляет все это вместе работать. Вот давайте сейчас постараемся разобраться, как это все работает. JavaScript язык однопоточный. У JavaScript у него есть один call stack, по которому можно определить четкое состояние вашей программы, где она сейчас выполняется. Я думаю, более-менее все понимают, что такое call stack, но я покажу. У нас есть вот такой вот пример кода. Функция bus вызывает функцию bar, которая вызывает функцию foo, которая ничего не делает. Давайте посмотрим, что у нас будет в call stack, пока у нас программа будет выполняться. Сначала наша программа где-то выполняется, да, вот основной скрипт это и будет main. В main вызывается bus, bus вызывает функцию bar, bar вызывает функцию foo. Foo заканчивает свое выполнение, очищается из стека, bar заканчивает свое выполнение, очищается из стека, bar заканчивает свое выполнение, очищается из стека, main заканчивает свое выполнение, тоже очищается из стека. Окей, ну я думаю, это было просто, все более-менее это понимают. А теперь давайте представим, что у нас есть вот такой вот псевдокод. Забудем, что мы знаем, что существуют промисы и так далее. Да? Давайте представим, что данный код у нас будет выполняться синхронно. В первой строчке у нас идет запрос на сервер, который выполняется долго. Ну, относительно операций на нашем компьютере он выполняется очень долго. Если бы у нас наше приложение бы зависло, да? Что для нас не является приемлемым. Ну, как я уже сказал, практически все выполняется в главном потоке, и пока что-то выполняется, другое выполняться не может. Соответственно, пока у нас выполняется JavaScript, наша картинка нашего приложения не может отрисовываться, все зависает. Но мы с вами знаем, что на самом деле все не так. Есть промисы, то есть все тут классно доработало. Ну, давайте разбираться, как оно работает на самом деле.
Тот же самый пример, только в функции full у нас теперь есть setTimeout. Давайте посмотрим, как у нас будет выглядеть callStack в этом случае. Опять же, main, bus вызывает функцию bar вызывает функцию full. Full вызывает setTimeout. SetTimeout заканчивает свое выполнение, удаляется из стека, full заканчивает свое выполнение, удаляется стек, bar заканчивает свое выполнение, удаляется стек. То же самое с bus, то же самое с main. И потом через одну секунду в нашем callstack магическим образом появится callback, который в нашем setTimeout, и выведется наш концевой блок. Теперь давайте смотреть, как эта магия происходит на самом деле. Все вот эти вот асинхронные операции, которые мы с вами знаем, это на самом деле вызовы из Web API. То есть в самом JavaScript этого ничего нет. Это то, что нам дополнительно представляет платформа, наши браузерные движки. Это setTimeout, это какие-то... Это промисы, все синхронно, что вы знаете, это все Web API. И как это, собственно, выглядит? Main, bus, bar, full. И вот тут происходит вызов Web API. В Web API регистрируется наш счетчик, наш движок продолжает выполнять JavaScript. И когда пройдет секунда, Web API добавит в очереди событий, в очереди задач callback, которые нужно будет выполнить. И вот в этом моменте сработает event loop. Его работа заключается в том, что он проверяет, что callstack сейчас пустой, в очереди задач что-то есть, и он берет первую задачу из очереди задач и отправляет ее на выполнение. И таким образом у нас появляется вот этот вот самый callback, и он выполняется. Ну, собственно, и это все. Да, то есть вот таким образом можно псевдокодом представить работу event loop. Вот здесь я оставлю две ссылочки. Одна ссылочка — это на тот доклад, про который я говорил в начале, а вторая ссылочка — это ссылочка на спецификацию. Вот если вы более-менее продвинутый уже разработчик, я советую открыть эту спецификацию и почитать. Это очень-очень-очень занимательное чтиво, поверьте. Ну, тут перечислено, да, то, что я говорил, что у нас могут быть этими самыми асинхронными задачами. То есть дом ивенты, это запрос на сервер, промис, setTimeout и так далее. Но опять же, и тут все не так просто. На самом деле этих очередей задач, их несколько, может быть несколько. Они нужны для того, чтобы браузер мог лавировать между тем, какие задачи выполнять раньше, какие более задачи будут более приоритетны. И существует одна выделенная, да, такая очередь микротаск. Давайте посмотрим на вот такой пример. Пока я не буду... расскажу сразу, что такое микротаски. Микротаски... они будут выполняться с самым высоким приоритетом. То есть, если у вас есть какие-то задачи в других очередях задач, они будут ждать до того момента, пока выполнятся эти микротаски. Браузер предполагает, что эти микротаски, они очень-очень важны. Их нужно выполнить как можно более быстро, как можно быстрее, да? И эти микротаски не должны выполняться долго. Давайте посмотрим на вот этот вот пример, и кто-нибудь может сказать, в каком порядке что будет выведено в консоль? Вот кто-нибудь, давайте, кто-нибудь смелый.
руку. Ну, давай, Андрей, он говорит, смело сейчас тебе скажет. Предположим, это будет 1, 5, 3, 4, 2. 1, 5, 3, 4, 2. Давай посмотрим. Проверим. Сейчас этот курсор найду. Ну да, 1, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 2, да. Давайте разбираться, почему именно так. На самом деле промис, ну что является микротаском? Микротаском является промис, mutation observer, и микротаску можно самому создать с помощью функции qmicrotask. Давайте теперь посмотрим, как, что происходит с call-stack, API и очередями. У нас вызывается функция main, да? Сначала console.log 1, потом произошел вызов setTimeout. Счетчик тут же сработал, да, потому что 0, и добавилась task, вот, task view. Затем promise resolve z, который наш, зарегистрировал наш callback, который тут же добавился микротаск view, потому что промис тут же разрисовывался. А то же самое со вторым промисом произошло. Далее, console.log 5. И все. Окей, тут вступает уже в работу event loop. Он видит, ну, окей, еще скажу. То есть вот в этот момент, естественно, event loop сработать не может, потому что у нас что-то в callstack есть, просто так прокинуть он из... просто так прокинуть что-то на выполнение, пока выполняется что-то еще, он не может, естественно. И когда уже у нас callstack очищается, он берет первую задачу из микротасок сначала, потому что она наиболее приоритетная, и выполняет ее. У нас console.log 3. Затем второй промис, console.log 4. И console.log 5. На самом деле, не так давно работало именно таким образом, только в Chrome. В других браузерах работало по-другому, ну, потому что микротаски хандлились по-другому. До сих пор в Edge это работает по-другому, потому что они совсем микротаски не могут. А в Gecko сейчас все нормально. Хорошо. Давайте теперь вернемся к релайаутингу и репейнтингу. В процессе работы приложения, да, происходят какие-то изменения, которые требуют пересчета позиционирования элементов на экране или их перерисовку, или то, и другое. И процессы, которые связаны с этим пересчетом, они, соответственно, называются релайаутинг, репейнт. Да? Ну, что может к этому привести? Изменения в CSS и HTML. Если пользователь что-то ресайзит, да, картинка меняется, зумит, скроллит. И вызовы API, которые в JavaScript, вызовы API в JavaScript, которые требуют пересчета размеров элементов, они тоже будут вызывать этот релайаутинг. Он на самом деле немного другой релайаутинг, я сейчас про него расскажу. Но он тоже вызывает, знаете об этом. Вот. На самом деле изменения могут начаться как... То есть есть pipeline, layouting, paint и композиция, окей, так. Я пока про нее не говорил, сейчас чуть позже я про нее расскажу. Ну, просто знаете, пока что оно может с любой стадии начаться. Вот. И это зависит от того, какие изменения вообще вы вносите. Вот по этой ссылочке css-triggers.com там есть описание всех CSS-свойств и какие изменения они вызывают, и в каких браузерах. Там, по-моему, Gecko, WebKit, Blink и Edge HTML. Там можно увидеть много прикольных вещей, таких как, например, в Edge HTML изменения курсора
курсора, да, ну, свойство, известное свойство курсора, оно вызывает релоялость. Почему? Непонятно. Но вызывает. И, то есть может начаться как отсюда, так отсюда, как только, так и композитор. На самом деле, чем вот позже этот процесс он начинается, тем меньше браузеру нужно сделать, тем меньше времени это займет. Вот. И, наверное, мы подошли к самому важному моменту, самой важной вещи, которую я сегодня хотел бы сказать, ну, лично для меня. Давайте посмотрим на такой пример. Мы сначала добавили какой-то класс элементу, потом взяли у него свойство offsetKey, потом удалили этот класс и снова взяли свойство offsetKey. И на строчке 2 и 4 произойдет так называемый синхронный лояутик. Он используется не для того, чтобы отрисовать элемент страницы, а для того, чтобы вернуть валидное значение в код. Потому он и называется синхрон. Обычно как это происходит? Браузер копит какие-то изменения и раз в 16 миллисекунд перерисовывает. Но в данном случае нам нужно вернуть валидное значение в код, поэтому он это делает синхронно. Этот процесс, он крайне-крайне долгий. И вот это можно привести к так называемому layout thresh. Давайте сначала посмотрим на конкретно на вот этот пример, что будет происходить. Я сейчас открою профайлер в Chrome. На самом деле сегодня вам немножко покажу, как им пользоваться. Ну вот я начну запись и выполню тот код, ну, который там был написан. Так, ну на самом деле сейчас будет очень тяжело, потому что мне очень плохо видно. Но я постараюсь. Не, наверное, это бесполезно. Придется вам, наверное, верить мне на слово. Окей, ладно. Не получится, наверное, вам показать. У DevTools есть темная тема, может быть, это поможет, но как все это увидеть? Поможет, наверное. Давай посмотрим. Там, по-моему, эти settings наверное, очень больше. Так, давай пробовать. Давай сначала так сделаем. Вообще огонь. Да, конечно, он немножко волнистый. Но смотрите, ну вот это был наш onClick обработчик, и мы там меняли класс элемента. И у нас сначала произошел recalculate style, ну, про который я говорил, вычисление стилей и layout. И когда мы уже вот удалили, да, второй раз, сначала добавили, потом удалили, у нас опять произошел recalculate style и layout. То есть, действительно, оно произошло два раза. Почему? Потому что браузер, ну, он не знает, да, каким образом изменились размеры этого элемента, ему нужно пересчитать. Так, давайте вернемся к презентации. Да, я уже сказал, это может приводить к тому, что называется layout thresh. Вот у нас есть вот такой, казалось бы, простой код, но который может намертво, в принципе, повесить вашу страницу легко. Что происходит? Тут происходит проход по списку элементов и выставлению каждому элементу в этом списке ширину на основе другого элемента.
И у него offset height берется прямо в этом цикле. Из-за того, что width у этого элемента меняется, соответственно, у вас на странице размеры элементов поменялись, браузер уже не знает, ну, точнее, не уверен, какой именно offset height будет вот у вот этого второго элемента, и поэтому ему нужно вызвать relayout, пересчитать размеры всех-всех-всех элементов на вашей странице. И все это происходит в цикле. Соответственно, это все очень-очень-очень дорого. Как это можно было бы пофиксить? А очень просто. Можно, ну, стандартно закэшировать просто это значение и потом его использовать. То есть мы к нему обратились всего лишь один раз, и у нас вызвался всего лишь один раз этот relayout. Давайте опять же посмотрим на примере. У меня тут есть список из 100 элементов. Вот он тут вот идет. И есть div определенного размера. И две функции. В одной функции я буду менять размеры этого элемента, как было в первом случае, да, про который я рассказывал. То есть каждый раз брать offset height. А во втором случае я его один раз до цикла возьму и проставлю. Давайте посмотрим, какова вообще разница будет, да, в этом во всем. Окей. Смотрите, наша функция вызывалась практически 20 миллисекунд. Это уже больше, чем один фрейм. У нас тут страница, в принципе, простейшая операция, мы выполняем простейшую, да, и мы уже один фрейм, в принципе, проморгаем. Если бы это какой-то был более-менее серьезный сайт, это было бы все, естественно, намного-намного дольше, или если бы тут у вас была какие-то более-более сложная логика, это все могло бы очень печально закончиться. Почему так долго? А потому что у нас вот 100 элементов, и у нас 100 раз произошел вот этот relayout, calculate style layout, calculate style layout, calculate style layout. Короче, безумие. Давайте теперь... Так, нужно обновить страницу для чистого эксперимента. Давайте теперь с случаем, с закэшированным случаем. Ай. Так. Сейчас уже наша функция выполнялась половину миллисекунды. То есть, сколько? 40 раз быстрее. А у нас произошел всего один recalculate style. Даже relayouting произошло. Relayouting он произошел после, когда уже все элементы применились. То есть... Серьезность проблемы, она большая. То есть, то хотелось бы тут сказать. Хотелось бы тут сказать то, что будьте с этим внимательны. То есть вызовы тех элементов, которые вам возвращают какие-то размеры элементов, их позиционирование и так далее, их лучше быть с ними максимально осторожным. Я сейчас немножко расскажу про то, как с этим, какие подходы можно будет делать, как с этим бороться, но сразу будьте очень внимательны. Окей. Request Animation Frame. Это функция, которая используется для того, чтобы в обязательном порядке вызвать какой-то код перед следующей адресовкой. Зачем это нужно? Нужно в основном для анимации. То есть, раньше, ну, и вообще сейчас можно так сделать, да, анимация делалась как? Интервал
каждые 16 миллисекунд, и в котором выполняется ваша анимация. То есть вы выставляете какие-то значения какому-то элементу, и он такой плавненько-плавненько анимируется, потому что происходит быстрая перерисовка, и все это плавно. Классно, круто. Какая тут есть проблема? Set-интервал, он добавляет задачу в очередь задач. Могут быть задачи с более высоким приоритетом. Микротаски имеют более высокий приоритет. Да и вообще перерисовка имеет более высокий приоритет. То есть у нас нет гарантии, что у нас вот эта перерисовка, вот этот код, который в интервал, который будет перерисовывать этот элемент, он будет выполнен. И на самом деле наши фреймы, они же не всегда 16 миллисекунд. Вот это идеальный случай, когда они 16 миллисекунд. Они могут быть 20, 30, 40. И, соответственно, раз в 16 миллисекунд, оно уже туда будет не попадать, будет вызываться лишнее количество раз. То есть необходимость в этой функции, она вот явно есть. Что она делает? Она перед, как я уже сказал, в конце каждого фрейма, перед отрисовкой, она выполняет какой-то код. Здесь каждый фрейм у меня по 16 миллисекунд, но на самом деле он может быть и... может занимать и другое время. Так, request idle callback. На самом деле про него времени рассказывать особо нет. Скажу, я ссылку туда добавил, где про него прочитали. Пару слов скажу. У вас, когда выполняется какое-то приложение, выполняется какой-то сайт запущен, да, у вас же не всегда он загружен, то есть не всегда пользователь что-то делает и так далее. Вот с помощью вот этого request idle callback можно выполнять какие-то не очень важные задачи в моменты простоя вашего браузера. Или там, когда ваш, например, когда вы только загружаете страницу, перед тем, как пользователь начнет с ней взаимодействовать, какое-то время пройдет. Вот. Это время можно использовать для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Честно, никогда не использовал. Не знаю, для чего на практике его можно использовать, но знаете. Окей. Наша модель, которую мы до этого рассматривали, давайте ее сейчас немножко усложним и добавим сюда один элемент, который я уже говорил. Композитинг. На самом деле браузер может разбивать сайт на отдельные слои, то есть на отдельные изображения, для того, чтобы отрисовывать их по отдельности и увеличивать производительность. Каждый слой будет отдаваться на GPU как отдельное изображение. Такие свойства, как toolchange transform, change opacity, то, что перечислено, они, в принципе, могут в каких-то случаях создавать эти дополнительные слои. Сначала упомяну один важный момент. Эти слои, они не описываются никакой спецификацией. Браузеры могут их имплементировать по-разному, могут их вообще не имплементировать. Так что будьте с этим осторожны. Но про них я сейчас все равно расскажу. В каких случаях браузер может выносить что-то на отдельный слой? Во-первых, если это не вызывает перерисовку всей страницы. Если это не влияет на позиционирование и размеры других элементов, если не зависит от позиционирования и размеров других элементов. Окей, что это значит? У нас есть что-то в странице, но в основном это анимации. Тут речь идет сейчас в основном про анимации. Допустим, что-то анимируется на странице. И оно анимируется как бы совсем отдельно. То есть на страницу нашу никак не влияет, что на странице на него не влияет. И, соответственно, было бы логично это каким-то образом обрабатывать отдельно, что если что-то зависело на нашей странице, чтобы эта анимация, она не подвисала, чтобы все равно было плавно. Вот, собственно, для этого слои и придуманы. Так, увеличу немножко.
Ну, у нас тут будет картиночка, которая будет анимироваться. И будет кнопочка, по которой ну, будет выполняться просто бесконечный цикл вайл 10 секунд. Давайте посмотрим на это. Окей. Вот у нас такая классная плавная анимация. Ну, я тоже профайлер запущу, посмотрим, что там происходило. Не запускал его, если честно, в этом случае. Давайте запустим. И все, как бы, у нас страница стала неотзывчивой. У нас, в принципе, тут, ну, потому что мы заблокировали event loop, у нас тут ничего работать не может, и наша анимация остановилась, то есть все не анимируется. Произошел лаг. То есть, смотрите, сейчас я увеличу, каждые 16 миллисекунд, ну тут вот можно посмотреть фреймы, да, фреймы, как, когда они начались, когда они закончились, что в их процессе происходило. И тут вот есть главный поток, какие, что вообще происходило в главном потоке. И вот мы видим, что каждые 16 миллисекунд, да, у нас происходит перерисовочка. Каждые 16 миллисекунд перерисовочка, а потом у нас вдруг выполняется наша тяжелая функция, началась, и все, наши перерисовочки уже происходить не могут. И все, картиночка застыла, мы получили лаг. Давайте как-то это попробуем пофиксить, чтобы попробовать это вынести на отдельный слой. Есть еще вот такая штука прикольная. Layers, и в ней можно посмотреть слои, которые на странице у нас выделяются. Сейчас можно даже, да, могу так вот так сделать, тут будут видны потом наши слои. Ну и в принципе тут тоже можно посмотреть. Сейчас наша анимация, она на отдельный слой не вынесена. Окей, давайте пробовать это исправлять. Ну, как я говорил, change, transform может помочь нам эту проблему решить. Давайте посмотрим, действительно, поможет она нам или не поможет. Так, ну, жмем кнопочку. Сейчас я ее закрою. Не помогло. Не помогло, ребята. Я даже DevTools открыть не могу, потому что все зависло. Все окей, ладно, открыл. А вроде показывает, что у нас на отдельный слой вынесено. Как так? Ну, смотрите. Как я уже говорил, браузер может вынести что-то на отдельный слой. В принципе, в том случае, если у нас оно не зависит от позиционирования других элементов, не влияет на позиционирование других элементов. Тут мы сейчас анимируем с помощью свойства top. Соответственно, у нас зависит от позиционирования других элементов. Давайте попробуем анимировать не с помощью свойства top, а с помощью свойства transform. То есть в этом случае, в принципе, у нас все должно быть. Все должно проходить по всем этим параметрам. Давайте проверим. Кстати, забавно, что он даже тут вот анимируется. Так, надо обновить страницу. Смотрите, я нажал Sleep, а он все равно анимируется. Сработало. Сработало. Давайте теперь зайдем в Performance панель и посмотрим, что там происходит. Так, я не могу на эту кнопку нажать. Ну, я думаю, достаточно.
сожалению, не могу тут зарисать это все дело. Смотрите, то есть сейчас у нас уже вся работа по перерисовке вот этой вот отдельной картинки, она происходит в потоке, который называется композитор. Ну, тут вот можно посмотреть, он там внизу, на самом деле, вот этот вот композитор. И он уже с помощью него, то есть, как это работает. На самом деле, когда выделяется отдельный слой, он уже отдается на работу другого потока. И когда, как я уже говорил, да, наш GPU говорит, что, ну, дай мне новую картинку. Этот input, он сначала приходит в поток композитора. Этот поток композитора смотрит, говорит такой, окей, да, я сам все знаю, сам все могу вернуть всю эту информацию, то есть у меня вот есть отдельный слой, я знаю, как с ним работать, как его анимировать. И он тут же отдает на GPU картинку новую. И то есть тут он каждые 16 миллисекунд, он эту картиночку, в принципе, отдает без проблем, не обращаясь в наш главный поток, в котором, в принципе, может происходить какие-то там, какая-то там сложная работа, как вот мы взяли, да, там, и тупо заняли event loop на 10 секунд. Вот. То есть работает это примерно так. Хорошо. Пойдем дальше. Давайте вернемся к JavaScript. В лучшем случае на выполнение JavaScript у нас есть примерно 5-10 миллисекунд фрейм. Ну, давайте представим, если у нас на сайте есть какая-то более-менее сложная логика. JavaScript тут становится bottleneck'ом с точки зрения производительности. Так вот, для решения вот этих проблем придумали веб-воркеры. Веб-воркеры позволяют запускать отдельный код в отдельных потоках. Они сильно ограничены в том плане, что они, естественно, не могут работать с домом, с теми перерисовками, да, про которые я говорил. То есть все то, что делается в главном потоке. То есть в этом плане они очень сильно ограничены. Но в них можно выполнять какую-то сложную математику, не знаю, какую-то сложную логику, что-то можно туда выносить. Создаются они достаточно просто, достаточно объявить JavaScript файл, сказать, что там веб-воркер. Коммуникация между веб-воркером и основным потоком выполнения вашей программы тоже достаточно простая, стандартный паттерн publisher-subscriber, который мы используем во фронтенде повсюду. Ну, не везде, но в основном это с помощью post-message, message. Веб-воркеры бывают разные, но смысл в них примерно один. Теперь давайте представим, что мы не можем использовать веб-воркер. Ну, по какой-то причине. Может быть, у нас какая-то идет работа с домом, или просто не поддерживается, да, или просто мы знаем, что у нас устройство слабое, и запуски отдельных потоков — это дополнительные ресурсы, которые еще хуже нам сделают. Что можно сделать в этом случае? Можно разбить нашу задачу на подзадачи, которые уже не будут выполняться долго, и превратить эти задачи в асинхронные таски с помощью setTimeout. И, соответственно, мы в этом случае дадим браузеру возможность между этими задачами что-то выполнить, какой-то важный код, перерисовать вашу страницу и так далее. Окей. Здесь представлены мои попытки сделать какой-то анализ того, какие вообще устройства сейчас существуют, да? Но единственный вывод, который я пока вот тут вот пришел, заключается в том, что все еще достаточно много, достаточно слабых устройств, в основном мобильных. И я пока не знаю, каким образом вообще все это дело правильно тестировать.
потому что приведу пример. Например, то, что вот я говорил в начале про правильную архитектуру, а то, что вот оно запускается так вот в отдельных процессах, там и запускается в отдельных процессах. Если запускается браузер на слабом каком-то устройстве, он уже не будет запускать процессы на каждый этап, он не будет под каждый сервис выделять процессы, потому что создание процессов — это он требует достаточно серьезных ресурсов. Вот. Поэтому, если вдруг у кого-то есть какие-то мысли по поводу того, как вообще тестировать приложение с точки зрения производительности, ну, не методом запустить их на, просто на разных устройствах, слабых, сильных и так далее, я буду вам очень благодарен. Так, окей, мы практически закончили. Давайте просуммируем. Во-первых, используйте сложные селекторы. Подумайте о том, чтобы пользоваться какими-то CSS-наименованиями. Посмотрите на эти конвенции наименований с той точки зрения, того, про что я сегодня вам рассказал. Далее. Используйте большие HTML-темплейты и следуйте спецификациям. Правильно используйте теги, закрывайте там, где их надо закрывать, не закрывайте там, где не надо закрывать, используйте их так, как надо использовать. Если будете использовать слишком большие HTML-темплейты, ну, во-первых, это, скорее всего, какая-то проблема с UX у вас есть, да, во-первых. Но, во-вторых, вы получите проблемы с производительностью, потому что хендлить вот такие вот большие HTML-темплейты, их тяжелее, а как вы понимаете, как вы поняли, ресурс очень сильно ограничен. Третье, одно из самых важных, наверное. Избегайте layout thrashing. Группируйте где-то код, который у вас работает с какими-то элементами, которые вычисляют, с каким-то кодом, который требует вычисления позиционирования элементов. Можно пользоваться библиотеками типа FastDoc. Они, в принципе, решат вашу проблему. Это эдакий прокси между действительным домом и JavaScript. Для анимаций, для сложных анимаций, которые вам нужно сделать с помощью JavaScript, задумайтесь над использованием Request Animation Frame. Request Idle Callback, ну, советую про него узнать. Как его применять, я пока сказать, к сожалению, не могу. Можно вопрос? Можно вопрос, я сейчас закончу, и можно будет много вопросов. Так, подумайте над тем, чтобы использовать дополнительные слои, но не перебарщивайте с этим. Почему? Потому что дополнительные слои, они тоже требуют достаточно много ресурсов, требуют выделения памяти. Я забыл вам, в принципе, показать, но там в DevTools можно посмотреть, сколько памяти требовал выделения дополнительного слоя. Не оккупируйте, не занимайте event loop больше, чем на 5-10 миллисекунд с помощью JavaScript. Если какие-то сложные вычисления вам нужны, подумайте над тем, чтобы использовать веб-воркеры. Их использовать достаточно просто, профита от них много. И, наверное, самое главное — это пользуйтесь DevTools'ами, потому что, ну, на самом деле, я вот когда заходил в тот же Chrome, я такой, вау, что-то слишком много всего, я столько информации не переварю. И все, и как бы сдавался на этом моменте. А если начать в это потихонечку уникать, на самом деле это ваш наилучший помощник в разработке. Он вам говорит, что вообще конкретно происходит. Это, наверное, все. Вот тут будет ссылочка
на те примеры, которые я вам сегодня показывал. Они максимально примитивные, как вы видели. Их можно... вы можете их как-то адаптировать, с ними поиграться и так далее. И мой телеграм, если будут какие-то вопросы, вы захотите что-то обсудить, или будут какие-то идеи по поводу производительности, про которые я говорил, пишите туда. И у меня все, спасибо.